кто узкой тропою по жизни идет, а тех, кто избрали широкую дорогу, мучение вечное ждет. Но я буду там, где святые народы, в том чудном чертоге с Иисусом Христом, что я принесла ему в дар свои годы. О, я совсем не жалею о том. Аминь. Уважаемый слушатель, вы слушали передачу «Миссии Фринштейна». Если у вас есть вопросы или вы желаете получить Евангелие, вы можете нам написать, мы вам ответим. Наш адрес: Германия, миссия Фринштейна, улица Гимборна-штрассе, 20, индекс 51709, город Маринхайде. Повторяю адрес: Германия, миссия Фринштейна, улица Гимборна-штрассе, 20, индекс 51709, город Маринхайде. Будем очень рады получить от вас письмо. Благодарим за полученные письма. Нашу передачу вы можете слушать каждую субботу в 15 часов московского времени на частоте 13710 кГц в диапазоне 22 метра в Сибири, Казахстане и на Дальнем Востоке. И в 19 часов московского времени на частоте 9680 кГц в диапазоне 31 метра в европейской части России. Да благословит вас Господь в познании истины и воли Божьей в вашей личной жизни для спасения вашей души. Мы молимся о вас. Благодарим за внимание. Закончим передачу молитвой. Дорогой Господь, в конце этой передачи обращаемся к Тебе в молитве и сердечно благодарим, в первую очередь, что Ты возлюбил нас и пришел на эту грешную землю и умер за наши грехи на Голгофском кресте. Господь, слава, честь и благодарение Тебе за чудный план спасения наших душ. Мы молим Тебя за многие души в этом мире, которые не примирились с Тобой, которые еще не имели эту встречу с Небесным Творцом. Работай в сердцах наших дорогих слушателей, дорогой Господь, чтобы они искали и желали встречу с Тобой, с любящим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Аминь. Говорите другим об этой радиопередаче, о благой вести спасения в Иисусе Христе. В следующий раз вы можете нас услышать 14 сентября в это же время на этой же частоте. До следующей встречи в эфире!